Здравствуйте, мои хорошие! Вы на канале «Все для женщин», с вами Хелен. Сегодня у нас пятница. Я, знаете, сегодня готовила очень такой интересный рецепт огурцов на зиму. С этим рецептом я сегодня до конца еще пока не закончила, потому что нужно время, чтобы у меня огурцы настоялись. И этот рецепт я решила выложить на YouTube завтра. А сегодня я решила с вами поделиться рецептом красоты. В данном видео вы узнаете, как можно укрепить наши ногти. У многих женщин ногти слоятся, ломаются, ногти очень слабые, мягкие. И вот сегодня я вам расскажу, как можно исправить эту проблему. Как сделать наши ноготки более упругими, и чтобы они у нас поменьше с вами слоились. Для рецепта этой масочки, одной и второй, а сегодня у нас будет с вами две маски, одна будет маска соленая, а другая маска будет сладкая. Для рецепта этих масок нам с вами понадобятся огурцы свежие и яблоко. Это у нас с вами будет сладкая маска. Для соленой маски мы с вами берем обыкновенный майонез. Я беру провансаль. Первая масочка у нас с вами будет соленая. Это уже, знаете, на ваш выбор. Просто я вам предлагаю две маски именно для ногтей. В мисочку добавляем 2-3 столовые ложки майонеза. Вот так. В майонез нам надо с вами погрузить наши ногти. Прямо вот так погрузить хорошо. Даже можете, знаете, девочки, просто взять и вот так еще потереть кожу рук. Это будет неплохо совершенно и для кожи. Вот так прям потрите, хорошо, хорошо, хорошо. Главное, чтобы наши ногти были все в майонезе. Это очень важно. Держать такую масочку можно от 5 до 10 минут. Не более. Можете прямо так вот, знаете, такой вот легкий массаж майонезный. Вот, вот так у нас с вами все ноготочки в майонезе. Вот так. И также ручки смазали. Такая маска поможет вашим ногтям сохранить свою, как говорится, упругость. Ногти перестанут слоиться. Конечно, это произойдет у вас не в первый день, не сразу после нанесения на ногти этой маски. Нужно время, как и для всех остальных масок. Нам с вами нужно время, чтобы наши ногти стали упругими, перестали слоиться. Так что подержали, прошло время, смываете масочку теплой водой и наносите свой любимый крем для ручек. Советую всем приготовить такую маску. Маска очень эффективная. И она поможет вашим ногтям приобрести, как говорится, желаемый вид, чтобы ваши ногти были красивыми. Вторая масочка для ногтей. Чтобы ногти стали менее ломкими, у нас с вами сладкое. Для этого я беру огурец и яблоко и натираю на мелкой терке вместе с кожурой. И также яблоко. Как видите, у нас с вами получилась огуречно-яблочная масса. Огуречно-яблочную массу мы также с вами отправляем в глубокую мисочку, чтобы нам было с вами удобно погружать туда наши ногти.
Вот так руками перемешиваем. Вот у нас что с вами получилось. Вот такая масса. И туда отправляем свои ногти. Яблоко с огурцом дали очень хороший сок. И вот таким вот способом мы с вами разминаем эту кашицу из яблока и огурца. И вот так также втираем наши ногти. Также вы можете помазать свои ручки, кожу рук. Тоже очень эффективная маска. Она очень хорошо действует на нашу кожу и на наши ногти. Держите такую масочку также 5-10 минут на ногтях. После чего смываете теплой водичкой и наносите свой любимый крем. Девочки, если регулярно повторять данную процедуру, например, хотя бы раз в неделю, вы заметите, что ваши ногти стали менее ломкими. Так что я вам просто советую, не поленитесь, сделайте такие масочки для своих ногтей. Порадуйте свои ногти и свои ручки. Если вам понравился рецепт для ногтей, рецепт данных масочек, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео, которое выйдет уже завтра. А также подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада новым друзьям, новым подписчикам. Я жду ваших отзывов в комментариях. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. С пятницей вас, мои хорошие. Желаю вам приятных выходных. Всех люблю, обнимаю. Вы были на канале «Все для женщин». И с вами была ваша Хелен. Пока-пока. Всем удачи. Скоро вновь увидимся.